Между тем, пострадавшим от паводков казахстанцам не стоит ожидать особых условий по новой ипотечной программе «Наурез». Они будут участвовать в программе на равных условиях вместе с остальными казахстанцами. Об этом заявила глава Отпасы банка Лязат Ибрагимова. По ее словам, не исключено, что поддержка для пострадавших от паводков поступит в рамках других льготных ипотек с низкой процентной ставкой. Пока этот вопрос обсуждается с акиматами регионов, где наблюдается дефицит жилья из-за паводков, пояснила Ибрагимова. Говорим с Западно-Казахстанской областью. Как вы знаете, там есть большой объем тех, кто пострадал в затоплении дачных участков. И при этом дачный участок по законодательству не считается жильем. В этой программе дополнительных никаких баллов начисляться не будет, потому что все-таки мы считаем, что 9% годовых для людей, которые сейчас пострадали для паводков, достаточно высокая ставка. Мы будем отдельные какие-то субрегиональные программы разрабатывать. Напомним, Отпасы банк продолжает принимать заявки по льготной ипотеке «Наурез». На данный момент поступило почти 9 тысяч заявок. Жилищные займы по программе выдают под 9% годовых. Первоначальный взнос начинается от 20% от стоимости квартиры. Срок ипотеки до 19 лет. При этом у претендентов, их супругов и детей не должно быть жилья за последние 5 лет. Подать заявку на участие в ипотечной программе можно до начала июля.